Новости. Ставрополь с профессиональным праздником поздравили всех строителей, а лучшим вручили награды. Сегодня город и край не может существовать без сильных рук и мудрых решений этих людей. Строятся школы, детские сады и объекты культуры. Проектируются и возводятся целые проспекты, объекты образования и спорта. С праздником строителей поздравили первые лица края и города. Андрей Джадоев и Владимир Владимиров. Пока строители не приходят на площадку, жизни на площадке нет. Так вот, я хочу вас поздравить с вашим праздником, но немножко расширить. Спасибо вам за то, что вы сегодня даете рабочие места. Никому не секрет, что один строитель – это 9 смежных специальностей. Спасибо вам за то, что сегодня мои дети, наши дети идут в школы, в сады. Спасибо. И спасибо вам за то, что вы вдыхаете новую жизнь в наше Ставрополье. Спасибо вам и с праздником. При поддержке губернатора и инвесторов в 2017 году в крае планируется завершить строительство 4 школ и детского корпуса инфекционной больницы в городе Ессентуки. Также в регионе создаются крупные спортивные объекты, и в их числе 5 тренировочных баз с футбольными полями к чемпионату мира. В юго-западном районе Ставрополя завершается строительство музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история». Там же появится новая площадь, где будет сквер, прогулочная зона и фонтан. В центральной части города ведется благоустройство 52-го и 53-го кварталов с реконструкцией Александровской площади. Там появятся пешеходные аллеи, каскады фонтанов и летняя концертная площадка. Анастасия Петренко, Александр Погожев, АТВ Ставрополь.